дух разозлится. Какой такой дух? У данов нет души. Этот муж, павший воин, заслуживает уважения. Где его топор? Без него он не попадет в Вальгаллу. Хури убежал с ним. Не бей нас. Мы это не со зла, правда? Я вас не трону. Я лишь хочу вернуть этот топор. Куда убежал Хури? Куда-то туда. Он хотел поиграть. Побеждать чудищ. Что видишь вокруг? Разведай местность, Сюнин. Как хорошо. Эй, мальчик, дай-ка топор, пока не поранился. Я тебе не мальчик. Я Хури, убийца чудищ. Хочешь топор? Забери его в поединке. Убийца чудищ? Ха, раз ты тоже воин, я в обмен на топор научу тебя особым чарам. Руки Эгера, ноги Тора. Силу, честность и ум жаждет всякий воин. Я чувствую, как сила этих чар разливается по телу. Спорим, я быстрее добегу до того мертвеца. Идут. Мы пришли вернуть павшему воину его топор, потому что... Почему? Викинг должен иметь при себе топор, чтобы попасть в Вальгаллу. Дом наших богов и вечной славы. Последнее пристанище воинов. Пусть мы не знаем твоего имени, ты был хорошим воином. Один поприветствует тебя в Вальгалле. Аминь. Когда-нибудь мы присоединимся к тебе в вечной битве с чудищами.
Головня головне передать готово пламя от пламени. Так же идут между людьми мудрость и глупость. Добро пожаловать, дитя Божье. Я Брэндон из Ирландии. Я видел свет этих камней и слышал их голос. Здесь его знаки. Здесь со мной вновь говорил второй голос, и был он выше многих. Послушай, что я узнал в молитве. Давным-давно была великая война. Потомков богов, что жили до потопа. Я молюсь за этих мятежных ангелов. Добро пожаловать, дитя Божье! Я Брэндон из Ирландии. Я видел свет этих камней и слышал их голос. Здесь его знаки. Здесь со мной вновь говорил второй голос, и был он выше многих. Послушай, что я узнал в молитве. Давным-давно была великая война. Потомков богов, что жили до потопа. Я молюсь за этих мятежных ангелов. Здесь все пронизано странной силой.
Здесь мне точно не рады. Тут не открыть, только с той стороны. Ха!
Тут надо быть аккуратнее. Среди холмов и молил листву укрыть меня, чтобы завернуться в нее, как в одеяло, и лежать с Кернуном среди листьев. Укрой меня, незнакомка, и спой.
Ты услышишь только лишь хруст своих костей под пятой Одина. Golden weather and molten wet.
Ребенок на подходе. Есть тут повитуха? Я тебя провожу. Обойдусь сама. Помоги мне подняться на тот холм. Дальше я справлюсь. Что? На вершину холма? И ты хочешь справиться в одиночку? Да! Я заползу на этот холм, даже если умру на нем. Если понесу тебя на руках, наврежу ребенку. Лучше поедем на лошади. Ты не обязана мне помогать. Но спорить я точно не стану. Бросить в беде женщину на сносях было бы бесчестно. Почему тебе не помог отец ребенка? Потому что он божество. Мог, бог леса, пленил меня своей песней в праздник солнца. Ты вправду легла с богом? Да, и что с того? Мария понесла Христа от касания бога. А бог Данов, говорят, спал с конем. Локи. И он был в облике кобылы. Тебя ведь не взял какой-нибудь бог-скакун, верно? Нет, то был человек. Но я уверена, что это не простой смертный. Хоть я и не смогла увидеть его при свете дня. Дитя без отца. А, пусть растет здесь, подальше от города. Я ведь не замужем.
Сколько будет сплетен? Сплю с богами лесов, живу среди зверей. Почему бы уж тогда не стать ведьмой? А ты что думаешь? А больше для этого ничего не нужно? Мы добрались до храма. Как думаешь, твой божественный любовник сможет нас найти? Меня обрюхатил не бог, а обычный, скучающий смертный, как и я. Вряд ли он захочет растить наше дитя. Ясно. Значит, мы займемся ребенком. Дыши глубже и расслабься. Потерпи. Я сооружу палатку. Ты отлично справилась. Здоровая девочка. Хорошо кричит, как воин. О, девочка. Я не знаю, как называть воинов. Может, дадим ей твое имя? Малышка Эйвор. Эрмина, я везде тебя искал. Бран сказал, что ты убежала, и я перепугался. О, это значит... Так вот твой бог-любовник. Он хлебковат. Бог-любовник? Это похвала моим умениям или просто оскорбление? Иди, Мок. Наши семьи никогда не одобрят этот союз. Так что, если не хочешь опозориться, забудь меня. Это уж решать мне самому. Плевать на позор, если нам остается только жить в лесной хижине. Пусть будет так. Домик в лесу вполне подойдет ведьме с дочерью. Huh?
Эти земли прокляты троллями. Идем, папа, сюда! Я иду. Уже иду. Смотри, какой высокий каэрн у меня получился. А, да. Твоя мама говорила, как ты любишь складывать камни. Впечатляюще. И его не сдует никакой ветер. Смотри. Ты дуешь сильнее ветров самого Ньорда. Молодец, Эйвор. Но знаешь, здесь важна далеко не только высота. Форма, устойчивость и красота. Попробуй сочетать их. И попытайся сложить каэрн, который будет лучше прошлого.
Приветствую! Ты что-то ищешь? Я могу помочь? У меня разумные цены. Да, ладно. Так, я тебе кое-что покажу на карте. Mm-hmm.
Ха!